Посади. Посади. Здравствуйте. Маску снимали. Ранее судим? Да, был судим. За что? По 228. В настоящее время за что задержан сотрудниками полиции? Как бы я залез в Вайбер, короче, и видел там информация шла, то, что пишут, типа, вот, сражены, типа, так и так, типа, люди, 60 человек, как бы, по неофициальным данным, типа, как бы, это не по официальным данным, я это все увидел, как бы, это все, типа, то, что заряжено, типа, неофициальным данным, типа, вот они, коронавирусом, типа. Ну, и я, как бы, и зашел в контакт и выложил, как бы, то, вот, по неофициальным данным, типа, со слов хирурга, типа, там, типа, заражено около 60 человек, как бы, вот такую информацию выложил, как бы, не подумав этом вообще, как бы. Ну, а для чего выкладывали эту информацию? Ну, как бы, думал, чтоб лучше сделать, чтоб народ дома сидел, как бы, никуда не вылазил, как бы, чтоб больше не распространялось это все это. А сейчас вот думаю, как бы, вообще не подумав об этом, как бы, то, что... Ну, вот вы говорите, что вы с целью преследовали, чтобы граждане сидели дома. В вашем сообщении были призывы к тому, чтобы люди находились дома? Да, как бы нет. Ну, как бы... Я, как бы, видишь, в этом виноват, конечно. Я не то написал, нельзя так писать. Я вообще в этом раскаиваюсь. Сколько человек в группах было? Скажи. Вот к тебе сообщение пришло. В группе сколько человек состоит? 284 было. 286, походу. А куда ты переправил? 50 с чем-то тысяч. Я вообще как бы это сейчас жалею 10 раз, что я вообще что-то написал. Я приношу извинения жителям Бурятии. Разместил информацию недостоверную. Очень раскаиваюсь. Как бы извините меня очень. Слышишь,